Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир Тритройки. Мы с вами продолжаем проходить игру Doom The Golden Souls 2. Итак, у нас с вами 38-й, если я не ошибаюсь, стрим. Да, 37-й, значит 38-й. Все тускло и печально. У нас 1624 монеты, которые мы можем себе восстановить жизни и броню. Что это такое? Уак. А, это ворота. Нет, хер с этими воротами. Мы раз мы пойдем в магазин. Так. Тут одноглазая свинья, нет? А, нет. Хиппи. Так. Оп. Green Armor. И давайте уже будем до конца все себе купим. По 50 разве? Шелс за 50. Рифл Мак. Ну, не знаю. Stardust for... Супит Мак for... Супит. Надеюсь, это та пушка, что ли? Вот эта вот, которая, да? 16 у нас. Надо потом будет проверить, потому что если можно покупать, это, конечно, очень здорово. По идее, должно быть, да, если мы тут все покупаем. Итак. Что у нас там осталось? Вау. Что это такое у нас? То есть это у нас домик. А вообще мы правильно идем, нет? Ёпта. Нам туда. Сейчас пару уровней, что ли, осталось в эту башню, чтобы попасть. Да, наверное. Клад... Чё? Клатенхаус, Горехаус. Давайте-ка мы сейв сделаем. Марио 38. Что-то я немного на расслабоне. А вот эту музыку, ну вы знаете откуда, это же Супер Метроид, последний уровень, да, но вот все к этому прям как-то и идет. Если помните, да, мы же недавно Метроида проходили, Doom Метроида, да, там тоже был именно такой уровень с этими же звуками отвратительными. Когда мы понимаем, что вот-вот скоро будет мозг всего этого действия. Ну ладно. Там такие же были. Хорошо бы все это закончить быстрее. Слушайте, друзья, я, конечно, даже запутался уже здесь. Пидорюга, а? Вот пидорюга-то какая. Слышите? Вот где она порвалась-то, а? Как-то странно, не могу я допрыгнуть. С краешку, что ли? А, фак. Блин, вот чуть-чуть, что ли, не хватает. Прям чуть-чуть допрыгну. Сейчас тут, блядь, 2 часа буду туда-сюда прыгать. Помните, да, был же такой же, блядь, уже этот... Так и сяк, блядь.
Ну что сделать, а? Ну что такое? Не знаю. Ёбаный глаз. Ладно, последний. Боком еще попробуем. Ничего не помогает. Мадафака. Тит вашу мать. Ой, бляха-муха. Дрянь, дрянь-то какая, сука. Посмотрите, обожгла меня как тварь. Ёбаная тварь, а. Блядь, хороший пистолетик. Ой, друзья, я немножко пересяду. Ой. Просто немного спину потянул. Пипец, вообще пиздец. Блять, вот, вот сука, не возьмешь. Разошелся-то. Понятное дело, что, наверное, туда нельзя, да? Да, нельзя. Для проверочки было. Иди, твою мать. Стопы. На тебе, вот что-нибудь тут напридумывают, а? Вот они придумывают, блин. Ладно, идем дальше. Поднимаемся. Это такой своеобразный лифт, нах. Суки, блядь, прям руки, сука, трясутся от этой хуйни. Блять, твою нах! Пидор рогатый! Еще один. О, блять, стрёмно. Блин, сука. Давайте так сделаем. Нет, ну не так, конечно. Блять, ну вот как вот первый раз-то получилось-то? Да, может, сначала прыгаем, потом вперед-назад. Пиздец, блядь. Заебал это. Чтоб сразу было кучу этих.
Блять, ну... Сука, сейф. Просто хочу посмотреть, что там. Нихуя быстро. А, ну быстро, то жизни-то и нет. Что там быстро? Ах ты, пидор, блядь, горбатый. Его череп, блядь, замочил. Респект черепухе. Что за звук? Слышали? Ты еще, блядь, что за нахуй? Ты, блядь, на начало что вернулся? Да, на начало, пизда. Прям где-то здесь, бля, копошится. Блять, ты хули ты творишь. Блять, стопудово там где-то. Какая-то труба, блять. Так, мы там были. Давайте сейчас в другую сторону пойдем, потому что... Уёбища. Блядь, напрягает хуйня это все. Ну, бля, заебись. Загорел на работе, чувак.
А там-то я не прыгну туда. Ой, бля! Слушайте, здесь столько этих патронов разбросано, я это вообще не пользуюсь. Лабудой этой. Нормально. Полагаю, здесь звук же где-то был прям. Это хорошо. Это, я так понимаю, только на обратном пути. Ёбаный в рот, а? Ой, блядь, там много их. Блять, ёбаный в рот. Блять, я уж помолчу. Откуда тогда этот, блядь, прилетел?
Так. Ну хуй знает, я не знаю, как это взять. Самая близкая точка. Напрягающая тут атмосфера, конечно. Блять, узнать, где это, ёпта. Так, скорее где-то здесь. В самом начале.
Там что-то есть. Блин, только этого еще не хватало, а? Пиздец, бля, ну это совсем хуёво, это чё, теперь здесь буду? Блять, вы посмотрите, сколько их там, а? Их терпеть не могу. Где он? Что, вы замочили? Нет, не замочили. Сука, ёбаная, в рот. Блять, там еще хуже, ёб твою мать. Здесь должны подняться какие-то вот эти штуки. Я не знаю, блядь, как мне туда попасть. Пиздец. Thank you.
Блять. Это слишком, блядь, дорого выходит, ёпта. Если я так пробрался, то значит путь. Все эти штуки поднялись. Слышится там сверху. Блять, это там гандон еще пасется, твари ебаная. Невозможно. Кстати говоря, не поднялись. А, нихуя, там еще и снизу. Вообще это прям, блядь, типа...
И... Какой-то глюк. Ладно, глюк, глюк. Ну, может, и не глюк. Очень странно. Это что за дверь такая веселая? Может, и не дверь. Опачки. Ну, может быть, в этот раз. Блядская малина. Сейчас, одночку. Нет, ничего не происходит. Ну давай, блядь, нет. Слушайте, если там поднялось, наверное, может быть, и там поднялось. Давайте сейчас здесь проверим. Да. Опа. А значит, поднялось и здесь. Да. Понял. Там же вроде нигде больше не должно было подняться, нет? А, смотрите, там есть еще дверь. Я тут запутался вообще, пиздец.
Посмотрим, плюс куда идти. Так, явно нам из-под воды надо вылезать. Вот здесь что? Так, здесь у нас, да, это монетка. Значит, еще что-то где-то должно было подняться. Вот только где? Так, давайте сюда пойдем. Так. Подождите. Там что у нас? А, там, если я там свалюсь, да, все правильно. Так, здесь у нас тоже два выхода. Опа, тоже поднялось, кстати. Так, ну значит не просто так мы сюда пришли, нормально все. Так, теперь сюда. Ну а здесь-то особо тоже и делать нечего, да. Нахал. А? Значит, явно направление правильное. Стоп.
Тоже здесь дверь должна подняться, видимо. Патронов мало. Ебанулся, блять. Да ебаный в рот, блять, ну. Смотрите, здесь откроется. Так, вот та дверь, которая открылась. Получается, был везде. Кто-то есть еще. Thank you.
Так. А, стоп, там же можно было этот туда. Не заметил. Нормально. Блять, пидорасы, а? Блять, сука. Блять, откуда, ёб твою мать? Не, наверное, самое нормальное это все-таки обрез. Похуй. Кончаемый уровень. Слышите? В итоге мы не взяли, то есть, одного жука. Из-за глюка или из-за чего, не могу понять. Так, ну что ж. Блять, это пиздец, конечно. Пиздец, походу, дело будет в следующем видео, но это уже будет в следующий раз. Ну что ж, друзья, с вами был Сафир 33 на канале про Gamer Television. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.